Вы смотрите видео об отеле Jerusalem Rimanim, старое название Shalom. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели от лучших туроператоров вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас. Отель Jerusalem Rimanim, старое название Shalom, расположен в стране Израиль в регионе Иерусалим и относится к классу гостиниц с числом звезд 3. Адрес отеля 25 Шачрай Стрит, Jerusalem. 50 километров от аэропорта имени Бен-Гуриона. Недалеко от Музея Израиля. Музея Яд Вашем, в 20 минутах езды до старого города. Отель City Rimanim Hotels and Resorts расположен недалеко от въезда в Иерусалим в 6 километрах от центра города и основных исторических и религиозных памятников. Поблизости от отеля находится Хар Герцль, гора Герцля, и музей Яд Вашем. Отель представляет собой современное 17-этажное здание в элегантном стиле. До аэропорта им, Бен-Гуриона, 40 километров. На территории отеля имеется круглосуточная регистрация, конференц-зал, банкетный зал, парковка, киоск, услуги прачечной, беспроводной интернет, Wi-Fi платно. В номерах есть регулярная уборка, ежедневно кондиционер, общее количество номеров 287, ванная комната, фен, телевизор, спутниковая, кабельная, ТВ-кабельная, телефон в номере, сейф в номере, мини-бар, электрочайник, кофеварка. Номерной фонд отеля состоит из стандарт-рум. Среди услуг, предоставляемых в гостинице, есть открытый бассейн. Для детей есть услуги няни по запросу платно. Год постройки гостиницы – 2001. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас.